Всем привет, дорогие друзья. Продолжаем играть в Watch Dogs. Я, блин, подключил джойстик. Я надеюсь, теперь все нормально будет. Так, гардероб. Агент Блюм, Мститель. Что, кого выбрать стиль? Ну-ка. Белый плащ. Так, подождите, эксклюзив, все. Понятно. Я буду таким потерщиком. Ладно. Влезть даже можно. Так. Я надеюсь, что с джойстиком будет гораздо удобнее. Так, это... Подожди, пистолет. Убери пистолет. Убери пистолет. Убери. Так. Это он прячется. А, бегать как? Наружная уязвимость. Игрик или что, или Б? Так, ладно. Айда, короче, покинем мотель. Оу. Метам. Уличная девка. Начинающий орнитолог. Ты что ли? В капюшоне. Так, потенциальный преступник. Прослужил в полиции, понятно. Все нормально, пацаны. Так, 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 что там написано было? Вот что там было написано? Вот что вот это написано? Повзламываю всякую херотню. Потенциальное преступление. Где? Где? Что стряслось, чувак? Тебе так не сойдет. Странная женщина. Так, задать маршрут. Ну, я нажал. Ладно. Кстати, вроде так с джойстиком-то поудобнее будет. Сотрудник колл-центра. Колл-центр. Давайте всех взломать. Так, кстати. Так, у тебя штраф. Ой, какая машинка классная. Хочу такую машинку. Все нормально. Поехали. Шеф, не та кнопка. Поехали. Че я не еду? Я понял. Ты пьяный, что ли? Шел в жопу. Шел в жопу.
А как, кстати, погудеть-то? Нет, боится спрятаться в машине. Непонятно. Ладно. Я сейчас сам устрою место преступления и посмотрю на него. На самом деле мне довольно тяжко. Значение найти пациента преступника жертву, не дайте обнаружить, дождитесь оповещения, не переживу, получить больше очков репутации. А довольно тяжко играть в подобные игры, потому что никогда не играл ни во что подобное. Чита налегла. Ты, может, вылезешь отсюда? Ты заколебал. Лишен прав на имущество. Так, поднимем заграждение. По-моему, там кого-то убили. Нет? Вон он убегает. Где эта сука? Вон он. У него пушка, я жить хочу. Стреляй! Стреляй! Блять! Почему он не стрелял? На месте что-то бежит. Сюда иди. Боже, он вооружен. Блядь, да уйдите нахер! А, вот как стрелять. Понял. Провально задание, я его догоню. Какой-то бомж с компьютером. Нет, ёпта, игрушка. Чё, он убежал, что ли? Ой. Так, как перезарядиться? Ел. Почти закончили. Где ты там? Я скоро буду. Ах, ты в своем репертуаре, Эйден. Джексон тебя заждался. Приезжай. Мы скучаем. Я тоже. Скоро буду. Прости, Ники. Другая линия. До скорого. Чё за Эл-то? У меня здесь Эл. Да, конечно. Так что, если нужно, неудобно целиться. А что там, Марис? Да что с ним случится? Цветет и пахнет. Дам по башке разок и дело в шляпе. Он нужен живым, Джордж. Ладно, ладно, живым, окей. Непривычный расклад, да? Чувак, что произошло? Умер кто-то. Платишь тебе и музыку заказывать. Будет живым. Чеки не пахнут.
открыть смартфон, выберите расположение машины по требованию. Приобретайте машины по требованию. Откройте смартфон. Я понял, что у меня происходит. У меня, короче, кнопочка была не та. Включена. Бюджетные. Да убери ты оружие, это ёб твое. Мусоровоз давай выберем. Тачка на месте. Веселись. Отлично. Хотя вот еще тачка есть. Ох, как гоняет, классно. Ладно. Чувак, у меня оружие. Прикольно. Кто сказал? Пойду-ка я сюда. Полиция преследует меня. Поезд. Хрена по мне стреляют. Я прекрасен в этом танце. Как, мать его, пригнуться? Поехали, поезд, поехали, ёпты. Как прыгнуться-то? Диабетик. Слушайте, я устроил какой-то паноптикум вообще, на самом деле. Не надо никому звонить. Как мне прыгнуться-то? Что вот это за чел такой с восклицательным знаком? Ой, ты мент. Ни хрена. Да что происходит? Поезд, дайте меня сюда, быстро. Ай, ёб, ты второй поезд меня сбил. О боже, что я творю? Только в моих руках такая прекрасная игра может стать какой-то упоротой.
Так, а как мне просто идти? Понятно, он ходить не умеет. Что? Подала заявку о пропавшем человеке. Так, новый транспорт доступен. Бомжи нас не интересуют. Так, мне туда как-то идти. Я не могу понять, как мне... пригнуться. Бред вообще. Отлично, ствол достал. Молодец. Нет, не то. Это музыка. Так, мне нужен поезд в обратную сторону. Я бегу быстрее поезда. Вон там мотоцикл есть. Прикольно. Возьму мотоцикл. Просто ничей мотоцикл стоит. Прекрасно. Я никогда не умел ездить на мотоциклах. Понятно. Тихо, полиция. Что такое? Все нормально. Человек учится ездить на мотоцикле. Что, я даже тут проехать не могу? Вы смеетесь. Нарушено преступление. Слезаем. Бежим. Там преступление. Пошла нафиг. Пошел нафиг. Что-то происходит. Так. Тихо. Где-то здесь. Должен быть где-то здесь. Должен быть где-то здесь. Где-то здесь. Вероятность нарушения закона. Рекомендации. Пристрелить. Ты сука! Как так-то? Я его... Ты перепрыгни! Бери пистолет. Блин, вот бред, а? Я ему всадил пулю, а он побежал. Бросает курить с помощью гипноза. Неплохо. Ладно, ребята, я перейду тут улицу. Обнаружена уязвимость. Прикольно, тут все можно просто дрючить как душе угодно.
Ну-ка. Туда нельзя, конечно же. Так. Всякие банкоматы, бомжи. Монтроаньо, куропитон, торманано. Блин, я думал, это ребенок. Тут детей нет. Эксперт по истории Европы. Почему окно открыто? Или не открыто? Все нормально? Так, задать маршрут. Ну-ка. На выход. Совершается преступление. Он не может бросить курить. Надо помочь ему в этом. Тихо, парковка. Так. Контакт у строителя. Или контракт. Контракт. Так что нужно ехать аккуратно. Ну вот тачка. Норм тачка. Или тут какой-то определенный транс... А, вон, понятно. Вот оно, будущее. Идешь по улице и можешь про любого человека узнать что-то. Просто про любого. Получить. По жопе, видимо. А чё меня полиция преследует? С какого? Оп. Пошла в жопу. Полиция. Нет. Себя долбани. Уай! Пожарка! Красный вам там горит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Люди, люди, люди. Все нормально? Туда, туда, туда. Отлично. Влип, влип. Отвалите. Ироды, блин. Я просто тут уже людей сбиваю. Это нехорошо. Это очень плохо. Какой кошмар. Какой кошмар. Просто ужас. Так, на шоссе надо выходить. И отрываться от этих пидорасов. Скройтесь, блин. Да как он меня догоняет-то?
Нет. Себя протарань, блин. Жену свою тарань по ночам. Умник. А как колбасит-то? Ой! Ух! Ах, вернитесь за руль! Пардоньте. Восемь, семь. Влезь, Игрик. Стреляли. Короче, только на этой тачке можно уехать. Ты меня не приказ. Позорный волк. Ну-ка, если развернуться здесь. С дороги. Он меня столкнет. У меня машина уже вся разбита. Кто мне чинить будет? Дед твой, что ли? Ой. Тяжко. Для меня тяжко. Не знаю почему, но сложно справиться со всем этим. Может быть, не надо было так носиться на самом деле. Просто аккуратненько. Там заграждение я включил. На дороге. Слушайте, разрушаемость объектов меня просто... Видят, понятно. Понятно, не прокатило. Оп! Люди, 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 пардоньте. Нет! Ой-ой-ой-ой-ой. Это что-то с чем-то. Так, подожди, подожди, я не вижу, куда ты едешь. Тихо, 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 туда. Полиция туда поехала. Патруль преследует подозреваемого. Они уже идут на таран, непонятно кого. Ага, ага. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Туда. Уп-уп-уп. Свет! Да куда ж ты лезешь-то? Уродишь. Угу. Да пошли вы в жопу! Я живым не дамся. Да уйди ты нахер отсюда. Блин, что за бред вообще? Не могу скрыться от какой-то там полиции. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Переодеться можно? Нет, не заторможу.
Да отвалите вы от меня. Куда ты уворачиваешь? Ублюдок. Что за дегенерат, а? Красная машинка. Так, полиция там и там. Полиция меня преследует. Хорошо. Сына. Отправляем одну машину на поиски. Одну машину на поиски. Оп, промазал. Как можно скрыться от полиции? Так. Все они за мной летят. Можно их было об эти... об заграждение захреначить, да, по-моему? Светофоры красный. Хорошо поворачивают, что могу сказать. В повороты входят они на ура. Блин, вот... Да я вот... Просто жесть! Как она есть! Я на какую-то парковку въехал! Пошли в жопу. Ой, я застрял. Ой, я застрял. Нет. Нет. Я застрял. Туда, 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 туда. Да что ж я во все... Ворота. Слушайте, вот не знаю, не получается у меня на джойстике как-то нормально так управляться с машиной, чтобы никуда не влетать. Тяжко как-то. Бортану его. Ну-ка. Задний ход. Что-то с ними это не прокатывает, по ходу дела. Так и будут за мной гоняться. Блин, пока я машину не угроблю. Ой, нейтрализация какая-то. А что за нейтрализация такая была? Все двери уже у меня открыты. Отлично. Сам только... Тормози. Разворот. Заграждение. Встречка. О! Но они на красный не остановятся, конечно. Так, еще заграждение. Сколько я могу кругов нарезать? Как он проехал? Там заграждения стоят. Ты придурь.
Машина уже вся просто раздолбана. Просто вся раздолбанная. Как... Сколько можно быть раздолбана, она раздолбана. Сука. Вот серьезно, ну не могу. Вот реально не получается. Я не гонщик. Я вообще гонки, кстати, не люблю. У меня всегда в гонках хрень какая-то происходит. Вот вы сейчас наблюдаете за этой хренью. Столбики, мать их, да, столбики. Так как ты, я же отвернул ты. Я кого-то там нейтрализовал. Так, мента одного вырубил. Ой. Тем временем темнело. Отлично, он горит. Он горит. Чего ему надо? Я горю, правда, тоже. Так. Нейтрализовал. Давай, давай, давай. Уиу, 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 уиу. Попробуем на маленькой скорости погоню устроить. Так. Давай, давай, себя прижми. Я включил заграждение. Ой, ребята. Мышь и клавиатура вступают. Уж не знаю, кстати, на чем лучше гонять, на мыши или на клавиатуре, но сейчас я пробую. На клавиатуре. По-моему, еще хуже получается. Довольно неудобно. Да, вообще, блин, как-то неудобно. Ой-ой-ой. Еще и не видно ни хрена. Так, заграждение впереди. Ох, как. Вот это класс было. Вот это было класс. Обалденно было. Так, а я могу от вертолета скрыться? Пошел в жопу.
Мне как надо от него скрыться. Вопрос только как. Так, спокойно. До места назначения незамеченным надо. Ну это пипец, конечно. Это, конечно, пипец. База, Чарли 938. Мы отправляемся обратно. Сканирование CDOS запущено. Начинаю поиск. Что за 30% какие-то? Ворота, ворота. Да не хочу я прижиматься к обочине, отвалите от меня. Херочине. О, да, водить я умею. Так, там блок. Пост. Ну, блин, замуровали демоны. Чувак, прости. Конечно, репутация подмочена, ёпты. Полиция за мной гонится вечно. Так, ну ладно, об заграждении их, значит, можно расхреначить. А теперь джойстик не работает. Я переключился на джойстик, и теперь он не работает. Ну-ка. О, заработал. Слушайте, а может быть... Если вот так вот сделать. Понятно. Блин, я не могу приноровиться к этой хрени. Там можно было он взорвать. Заграждение включил. Так, а теперь... Одна сволочь за мной все-таки плетется. Да не, они все там плетутся. Как бы, блин, оторваться-то. Так, скрылся от полиции.
Ага, теперь надо как-то под мост спуститься. Так, они начали поиск, а мне надо как-то... Сюда вот отправиться, видимо. Ох, ребятки. Сейчас меня найдут. Столкни, столкни. Блин, да что ж я не могу разобраться с дорогой-то. Да, блин, тарань, заколебали уже. Не надо было въезжать в эти желтые круги, на самом деле. Отправляем один усиленный наряд на поиски. Еще усиленный наряд. Всем охренели. Так, надо сваливать отсюда. Найдут меня так интересно? Улетай, вертолет, улетай. Так, отлично. Так, теперь аккуратненько. А вылезти из машины... Да, мне надо вернуться. Понятно. Мне в обратную сторону надо. Какого хера, говорит? Так, аккуратненько, аккуратненько. Уйди! Блин, неужели я сейчас достигну точки назначения? Сколько можно было мучиться? Надо привыкать. Я еще раз прошу прощения, потому что, ну, действительно, я никогда не играл на джойстике в подобные игры и вообще там на клавиатуре. Мне очень сложно с этим справляться. Ну, привыкну потихонечку. Что поделать? Свали отсюда нахер.
Куда надо было? Нет, вернуться за руль. Блин, он где-то наверху. Но вообще вот с этим открыванием, закрыванием всего там, заграждение, фигждение, мне очень нравится. Блин, с той стороны что ли? Так, может быть здесь все-таки? Да, наверное, здесь. Вон там гараж. Проехал. Не могу рассчитать силу нажатия на кнопку, чтобы... Да, блин. Ох, это было тяжко, ребята, это было тяжко. Да. Камера, лось какой-то, говорящий лось. Записи. Ох, ребятки, ладно, это была долгая серия, упоротая просто невероятно. Спасибо, что были, вытерпели. Всем пока.